myself believe it. This night will never go. Must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but... No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms, and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump them. Good plan. Let's go. All right. Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, с вами я, Скиллмакс, и сегодня я продолжаю проходить игру GTA Vice City. В общем-то, ребят, у нас сегодня последняя миссия на особняк Версети, и сегодня, в принципе, все закончится. Все нам будут платить, и мы будем как в масле кататься, да, потому что уже не будем париться, что нам кто-то будет что-то не выплачивать, кто-то у нас будет воровать и так далее. Сегодня все закончится. Но, как бы, не все так гладко. Сегодня одна компания отказалась нам платить, а точнее там какое-то кафе, да, которому мы уже били стекла, но его это не удивило. В общем-то, они все равно отказываются нам платить, с нами работать, и поэтому наш человек сегодня ездил туда, чтобы установить там взрывчатку. Но что-то пошло не так, и оно не подорвалось. В общем-то, там сейчас полный отряд полиции, да. Все улицы перекрыты, и туда гражданских в принципе не пускают. Но нам надо доделать дело, в общем-то, чтобы туда проникнуть, нам надо заманить двух полицейских в гараж и забрать у них форму, да. Сегодня я взял с собой Лэнса, потому что последнее время этот парень ведет себя как-то странно. В общем-то, он недавно вот звонил перед этой миссией, что он нам сказал. Он нам сказал, что... Ты, Томми, меня не ценишь, я для тебя никто, я только для тебя девочка на побегушках. И, в общем-то, все в таком стиле, да. Но я его решил взять сегодня с собой, потому что, чтобы он не думал, что я его не уважаю, да, я не знаю, с чего он даже это взял. В общем-то, ладно, мы с этим потом разберемся, а тем временем мы устроили такой дебош на улице, что мне даже страшно, что Томми вообще творит. Так, Лэнс, заходи, и сейчас мы... перевоплотимся. Сейчас мы станем на путь исправления, не будем воровать машины, не будем никого убивать, потому что мы полицейские сейчас будем. Вау, а Томми идет костюм полицейского. Ладно, в общем-то, ребят, машину не обязательно брать, то есть вас и так пропустят, вам ничего не будут делать, поэтому я попытаюсь пройти эту миссию на мотоцикле. Честно, ребят, миссия очень сложная, то есть это я уже записываю в какой раз в 15-й, да, это 15-й дубль уже, то есть очень тяжело, и для меня эта миссия намного сложнее тех вертолетиков, которые все считают такой сложной миссией, да, ребят, в общем-то, надеюсь, вы меня поняли. Так, ну подъезжаем вот так вот мотоциклом к входу и вылазим. Так, ну, в общем-то, да, отличный у вас значок, офицер, да. Так, ну эти ребята тут вообще какие-то странные. Ладно, устанавливаем бомбу. И никакие не 5 секунд, в общем-то, пока скрипт не сработает, пока вы не подбежите к двери, оно не рванет, поэтому не переживайте, никаких 5 секунд здесь нет. И сразу, естественно, нас награждают 5 звездами, 5. Да, 5 звездами, какими 5. И теперь действительно начинается такой хардкор, в общем-то. Лэнс, ты чё стоишь вовремя? Еще и показываешь, что я такой силач, в общем-то. Лэнс еще и веселиться успевает. Мне бы такие нервы, как у этого парня, да. Ну, в общем-то, ребят, как вы знаете, все, что больше 4 звезд, это смерть. Потому что полицейские в этом городе
очень жестокие, да. Они вас достанут за любую цену, в общем-то, разобьют полгорода, но они вас достанут. Но у меня пока что 4 звезды, я взял одну звезду, но, ребят, вы же понимаете, 4 звезды это как 5, но на одну меньше, поэтому нам все равно не расслабляться. Ну и вот меня сбили с мотоцикла. Ладно, давайте будем хотя бы пытаться защищаться, потому что они очень быстро в меня впитывают свинец. Свинец. Ладно, свинец. Так, Лэн, садись быстрее и уезжаем отсюда поскорее. Надеюсь, я доеду целым, потому что у меня 98 тысяч у меня, и мне не хочется умирать, я хочу жить. У меня только все нормально пошло. Так, садимся в эту машину, и надеюсь, меня копы сейчас не схватят. Так, залазь, Лэнс. А, да, там, кстати, двери еще. Отлично, в общем-то, еще и шипы здесь. В общем, страшное зрелище, ребят. В общем-то, если вы видите звездочки какие-нибудь, вы их собирайте, потому что чем меньше у вас звезд, тем лучше. В общем-то, было бы у меня сейчас 3 звезды, это намного упростило задачу. Ладно, а тем временем здесь уже осталось не так уж и далеко. Надеюсь, мы доедем. И вот, ребят, вы видели, мы начинали сначала на одной машине, которую нам дали возле особняка, потом пересели на мотоцикл, и теперь мы едем на большой полицейской машине. Что творится в этом городе? В общем-то, Томми ничего не боится. Так, ну а теперь нам ох ты ж. Теперь нам осталось просто ехать по прямой и уже заехать к нам прямо в дом и переодеться. Кстати, ребят, вот я не пойму, лучше бы Томми поехал в какое-то убежище, а то привести копа в свой дом как-то нелогично. Так, ладно, вылазим из этой машины и все, в общем. Итак, ребят, теперь этот дом будет приносить нам прибыль в 5000 долларов. Не забывайте забирать их регулярно. А на этом все, миссия выполнена. Нам дают плюс еще 10 тысяч долларов за миссию. С вами был я, Skillmax. Не забывайте подписываться. Всем пока и удачи. Счастливо.